Всем привет! В преддверии 1 сентября мы решили спросить у нижегородцев об их школьных годах. Пойдемте прогуляемся. Помните свою первую учительницу? Да, конечно. Нравилась? Галина Вячеславовна, даже не помню, да. Да, очень. Очень хороший человек. А любимая учительница есть? Уже дальше, в старшей учитель классе. Физкультуры. Почему? Ну, он был классный, молодой, юморной, поэтому, да. Все девчонки, наверное, были в него влюблены. Наверное. Вы можете передать привет своим одноклассникам. Привет моему любимому молодому человеку Диме и моим родителям, и моей подруге. Одноклассникам? Одноклассникам нет. Можете... Нет, правда, на самом деле, одноклассников я очень люблю, и школа для меня, знаешь. Можете как-то что-то пожелать первоклашкам, которые 1 сентября пойдут в школу? Учитесь. Хорошие времена были, халява была. Можете передать своим одноклассникам бывшим привет и поздравить первоклашек с начала учебного года. Ну, передаю одноклассникам 111 школы привет. Ну и всего хорошего тем, кто поступает в школу. Хорошие времена будут. Все школьное время интересное. Нравится учиться? Ну так, среднее. Почему? Сидишь ты весь день, а на улице так жара, хорошая погода, и не очень получается. Можете передать привет своим одноклассникам, они вас видят на городском сайте NN.ru. Передаю привет всем своим одноклассникам, я вас очень люблю и желаю, чтобы мы всегда оставались такими дружными, как и сейчас. А еще, может быть, что-то пожелаете первоклассникам, которые пойдут в школу 1 сентября? Чтобы они сразу все схватывали, чтобы не пропускали уроков, меньше болели, потому что потом будет сложновато. Говорит, даже вспоминать школьные годы неохота. Ну, у нас классный руководитель был Исаева Нина Михайловна. Нет, ей. Вот. Они умудрились, в свое время была так называемая практика. После 9 класса мы работали месяц на хлебзаводе. И на вырученные деньги полкласса поехал в Волгоград. Вот это да. Две учительницы, да, нас умудрилось сорганизовать, человек, наверное, 18 из класса. И мы поехали в Волгоград, ну, на экскурсию. Ага. И там были целую неделю. Понравилось, да? Еще бы. Свобода. 9 класс. Это же эмоции. Поэтому в этом плане было очень здорово. Классно. Вы можете передать привет своим одноклассникам и пожелать какие-то что-то напутствие первоклассникам, которые пойдут в школу 1 сентября. Ну, самое главное в нашем возрасте, которому уже за 60. Крепкого здоровья всем выпускникам школы 177 74 года. Успехов творческих, но а детям дорастающего поколения избавиться от гаджетов, читать больше книжек. Ну, я к школе относился так себе. У меня самый любимый класс был 7-й. Я помню, в 7-м классе мы у нас появились вкладыши вот эти все, и мы все играли. И это то время единственное, когда я любил ходить в школу. Мы все такие ходили на занятия, но на уроки, что-то мучились там такие, что-то переживали все. И только ждали потом перемен и играли во вкладыши. И на каждое занятие мы опаздывали. Вот на меня самые счастливые годы были. Ну, я, как правило, проигрывал. Привет всем одноклассникам. Я очень рад буду видеть, встретиться, но, пожалуйста, перестаньте стареть. А какие-то напутствия первоклашкам, пожелания? Первоклашкам? Да, что нужно им? Не знаю, любите школу, берите из нее то, что вы считаете, вам пригодится в жизни. Это самое ценное.